Привет, ребята. Все тоже Carpe Diem, но я решил подумал. Так что давайте попробуем выбрать что-то другое. В прошлый раз мы выбрали парк, а сейчас давайте попробуем торговый центр. Пойдем в торговый центр? Ух ты, не ожидала, что ты предложишь туда пойти. Почему? Потому что тебе быстро становится скучно, когда ты ходишь со мной по магазинам. Да, но сейчас мне есть что купить. Интересно, что именно? Скотч, чтобы тебе заклеить рот. Ух ты. Ой-ой, с каких пор ты любишь такие игры? Но главное, что тебе нравится. Ты знаешь, что тебе тоже понравится? Она смеется и тянет меня к торговому центру. Поход за покупками сайта занимает много времени, сил и денег. Обычно я бы избегал торгового центра как чумы, но сегодняшний день станет исключением. Ух ты, у них большая распродажа, мы только вошли, и она уже указывает на бутик с одеждой. Давай посмотрим, она тащит меня к магазину. Затем принимается тщательно исследовать каждую часть каждого предмета одежды. Словно детектив, который ищет улики. Она берет белое платье с цветочным узором на подоле. Секундочку. Она направляется в примерочную, чтобы примерить наряд. Ну как тебе платье? Мне трудно на это ответить, потому что чувство стиля у меня никакое. Я из тех, кто наденет что угодно, лишь бы по размеру подошло. Так что, когда она задает этот вопрос, я полагаюсь на волшебное слово. Милая. Выглядит мило. Она смотрит в зеркало. Думаешь, не слишком ли простое? Я касаюсь правой рукой подбородка, словно бы раздумывая над одеждой. Я думаю, что она милая. Я его куплю. Она возвращается в примерочную, чтобы его снять. Затем идет к кассиру, чтобы расплатиться. Тебе здесь больше ничего не нужно? Ничего, у них все равно тут не так много вещей. И мы продолжаем шагать по центру. Она словно кусочек стали, а магазины сильные магниты. Куда бы мы ни пошли, она медленно отклоняется к магазинам и иногда даже не осознает этого. Эй, Юнг, тебе это идет? Она держит футболку с изображением паука. Мне не нужна новая одежда, я тебе ее куплю. Я не буду этого носить. Она берет еще одну футболку. Вот, я куплю одну себе, чтобы мы были одинаковые. Я буду носить ее, как и ты. Проблема не в этом. Я знаю, что если она что-то решила, бесполезно ее переубеждать. Пока она расплачивается за футболки, мои глаза натыкаются на компьютерный магазин. Давай пойдем туда, куда ты захочешь, когда ты закончишь. Я указываю на него большим пальцем. Ах да, ты говорил, что тебе нужно что-то купить. Да, я посмотрю, есть ли у них дешевые комплектующие. Особенно жесткие диски, программа, которую я разрабатываю, оказалась больше, чем я ожидал. Она молча следует за мной за компьютерному магазину. И через несколько секунд я уже готов расплатиться. Быстро ты. Так и не надо ходить по магазинам. Не, ты должен... Ты даже не проверяешь, работают ли они, прежде чем купить. Для этого и существует гарантия. Я подхожу к кассиру и расплачиваюсь. Куда хочешь дальше пойти? Я видел магазин игрушек вон там. Давай посмотрим. Мы заходим туда, и Айни медленно направляется к мягким игрушкам. Посмотри, какие миленькие. Я их всех хочу. Бери, главное, чтобы у тебя были деньги. Что? Я думала, ты платишь. Мечтать не вредно. Я шучу. Но серьезно, они такие милые. Я думаю, какую бы мне купить? Пока она выбирает игрушку, я направляюсь к следующей полке с брелками. Я вижу брелок в виде паука. А ей понравится, я быстро подхожу к кассиру, чтобы расплатиться. Затем возвращаюсь к Ай, которая все еще не может выбрать. Эй, Ай, я купил это для тебя. Я показываю ей брелок. Какой милый, совсем не нужно было этого делать. Ничего, все равно он не очень дорогой. Она очень радуется дешевому брелку, который я купил. Мы идем дальше, и Ай видит книжный магазин. Эй, давай зайдем сюда ненадолго. Не знал, что ты любишь читать. Ну, мне не просто для чтения, мне в последнее время полюбилась готовка. Так что, понятно, тебе нужны книги рецептов? Да. Что бы ты хотел? Я могу приготовить что-нибудь для тебя. Бёф бургиньон. Остынь, давай начнем с яичницы с беконом. Затем, зачем тогда вообще было спрашивать? Она улыбается и берет с полки три книги рецептов для начинающих. Мне от этого и есть хочется. Ох да, я только что поняла, что тоже немного голодная. Мы направляемся к фудкорту торгового центра. Что ты хочешь? То же, что и ты. Я просто разделю порцию с тобой. Ладно, найди нам местечко, а я куплю еды. Я покупаю большую порцию роллов, маки и суши. Внимание, новый диалог. Давайте, интересно, я думал, все будет то же самое.
Этого наверняка хватит на четверых. Ладно, ай, все равно они нравятся. Как-то многовато, не думаешь? Я заставлю тебя все съесть. Хочу, чтобы ты была большой. Я ни за что это не съем, все. Шучу. Но они выглядят аппетитно. Я могу съесть больше, чем планировала. Я осознаю, насколько голоден был, когда съедаю все порции за 5 минут. Ух ты настолько проголодался? Похоже на то. Я откидываюсь назад и даю еде перевариться. Куда ты хочешь пойти дальше? Посмотрим. Пошли поиграем в игровые автоматы. Давай. Когда мы заходим в игровой зал, ее глаза наполняются восхищением и азартом. Эй, Юнг, смотри. Она указывает на автомат с игрушками. Ай, всегда нравились милые вещи. Я хочу вон ту большую мягкую игрушку паука. И она чего-то находит пауков ужасно милыми. Я запускаю руку в карман за монетой. Стой, дай я попробую. Я хочу сама ее выиграть. Она вытаскивает несколько монет и начинает играть. Игрушка захватила все ее внимание. На первой попытке она едва задевает то, чего хочет. Ты что, хоть пытаешься достать, а? Тихо, дай мне сконцентрироваться. Она захватывает ее, но поднять ее не получается. А, упала. Она вставляет еще монетку и снова пытается. Знаете, что такое безумие? И снова. И снова. Этот автомат сломан. Нет, конечно, давай я ее достану для тебя. Я сам не очень хорошо в такие игры играю. Но надо же как-то выпендриваться. Вот так. Слава богам. Ух ты, как ты это сделал? Просто. Я молился всем богам, о которых знаю. Разумеется, я не могу так сказать. Все дело в выборе определенного времени. Тебе просто повезло, да? Нет, конечно. Я немедленно замолкаю, когда вижу, что она достает монетку. Я просто помолчу, пока она не решила попросить меня сделать это снова. Я протягиваю ей игрушку, и она крепко ее обнимает. Вон там стоят гонки. Хочешь попробовать? Я не очень люблю гонки, я просто смотрю, как ты играешь. Ладно, я просто поеду пару кругов, а? Я тоже небольшой фанат гонок, но можно попробовать. Мне просто нравятся кабины. Я однажды как-то на море, давно очень, отдыхал, и была подобная кабина. Тоже там гонки были такие ретро, еще пиксельные. Честно говоря, в тачке было круто. Она двигалась в зависимости от того, как ты там наклоняешь, ну, руль поворачиваешь. Блин, было здорово. Они почти полностью закрыты, и сиденье наклоняется согласно игре. Все кажется настоящим. Ай стоит за мной и смотрит, как я играю. Как и ожидалось, первый круг я откатал отвратительно. Это 100%, пока привыкнешь. Ух, Йонг, ты вообще стараешься? Зрителям слова не давали. Она играется с мягкой игрушкой, пока я продолжаю играть. И снова проигрываю. Там было нереально, если честно. Просто нереально пройти. Эх. Как я и думал, это не совсем мое. Если бы у них только были такие кабины для абсолютно другой игры. Ай, хихикая, словно насмехаясь надо мной. Я думаю, ты будешь ужасен в любой игре. Вот поэтому ты меня не... Чего? А, вот поэтому ты меня не можешь победить. Ах, да, почему бы нам с этим раз и навсегда не разобраться? Она указывает на автоматы с файтингами. В детстве я любил файтинги. А, в детстве я любила файтинги, так что готовь зад, который я тебе сейчас надеру. Я принимаю вызов, детка. Наконец-то игра, в которую я смогу играть с ней. Это не совсем свидание, если веселюсь я один, верно? Тренировочный раунд. Я еще не знаю кнопки. Я тоже давно в это не играл. Мы садимся друг напротив друга, и я могу лишь слышать ее голос. Мы проводим первый раунд, пытаясь выяснить, какая кнопка что делает. После нескольких комбинаций мой персонаж нечаянно бьет ее. Нечестно, не бей пока. Поторопись, я больше не могу ждать.
Секунду, как мне... А, неважно. Ладно, я поняла, давай на меня, бро. Битва начинается, и мы так увлеклись, что я забыл, сколько раундов мы провели. Но итоговый счет был более-менее равный. Я выиграл половину раундов, а она выиграла вторую. Что более важно, я смог увидеть ее сторону, которую редко вижу. Но зачем я это сделала? А, это был мат. Да. Сука. Да, подходит. Сука, ну зачем я это сделала? Да. Как ни странно, эту ее сторону я нахожу наиболее милой. Такой псевдомат, как сказать. Толерантно. Кнопки меня не слушаются. Я вижу ее такой только когда играю с ней дома. Что случилось лишь раз или два. Ха, я победила. Получи. Я просто пытаюсь сдерживаться, сдерживать смех, слушая ее. Мы проводим один раз за другим. Эй, нечестно, я была не готова. Чем больше она играет, тем лучше становится. Видишь, я тебя победила уже три раза подряд. Ну нафиг. Она смеется и поднимается, подтягиваясь. Она видит на стене постер, на котором сообщается о сегодняшнем салюте. Эй. Она смотрит на меня и указывает на постер. Я знаю, вижу. Мы пойдем? Конечно, я даже знаю место неподалеку, где идеально будет его смотреть. Правда? Да, салют проводится каждый год. Отлично, жду, не дождусь. Приходится долго идти в гору, чтобы туда добраться. Солнце едва-едва село, когда мы добрались, так что начало стемнеть. Отлично, здесь только мы. Ух ты, ты прав, здесь хороший вид. Верно? Мы сидим на лавочке и ждем начала. Вскоре точки света выстреливают в небо. Они медленно исчезают и расцветают, как разноцветные цветы. Можно услышать восторг толпы у подножия. Лицо Ай полнится счастьем, пока она смотрит салют. Я бы хотел, чтобы это длилось вечно. Но у меня выходит время. Она печально смотрит на меня. Уже пора. Почти. Не волнуйся, это будет недолго. Ничего. Тебе не стоит тратить время со мной. Не говори так. В конце концов, я всего лишь... Вы слышали о тесте Тьюринга? Это оценка способности машины демонстрировать разум. Может ли она действовать или говорить как человек? Но насколько бы ни была хороша машина, насколько бы ее нельзя было отличить от людей, она никогда не станет... человеком. И Ай тоже. Неважно, насколько хороша ее программа. И неважно, как сильно я это отрицаю. Она никогда не будет настоящей. Мы не в одной реальности и измерении. Она продолжит существовать в искусственном мире, который я создал. Ах, программа снова вылетела. Как я и ожидал, дальше она не работает. Мне правда нужно написать какой-нибудь стабильный фикс. Что я делаю со своей жизнью? Спасибо за прочтение. Автор Изи. Ну, вот и вторая часть. В прошлый раз мы выбрали парк. Вот, и в принципе немножко диалог был изменен. И в этот раз мы выбрали... первый вариант. Торговый центр. Вот. И все пошло чисто по сценарию. В принципе. То есть, ну как по сценарию. Если мы выбираем парк, мы двигаемся конкретно в торговый центр. Если мы выбираем торговый центр, то мы двигаемся в игровые автоматы. А если мы выбираем торговые игровые автоматы, то мы двигаемся в них, потом в торговый центр и уже в смотровую площадку на салют. Вот и все. Там уже ничего не меняется. Так вот, спасибо за внимание, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, обязательно комментируйте. И отпишитесь, как вам подобная новелла. Неплохо для новичка-энтузиаста, попробовавшего сделать впервые хоть что-нибудь, хоть какую-то новеллу. Кстати, в Стиме она раздается бесплатно, разве что купить можно будет оригинальный саундтрек за 29 рублей. Все. Спасибо за внимание и удачи!